Село Палих, далеко за пределами нашей Родины, славится изделие его мастеров. Сейчас в Палихском музее открыта выставка, посвященная 70-летию со дня рождения одного из основателей этого своеобразного народного искусства, заслуженного деятеля искусства РСФСР Ивана Ивановича Голикова. Шедевром палихской живописи является оформление «Слова о полку Игореве», созданное Голиковым. Художник написал текст, выполнил заставки книги, красочные иллюстрации. Каждая из этих миниатюр средствами народной живописи передает волнующие события эпоса. Миниатюры на шкатулке «Тройка свадебная». Посмотрите, как искусно расписана эта пудреница, а размером она меньше спичечной коробки. Большинство своих работ Иван Иванович Голиков посвятил героической теме революционной борьбы народа. Миниатюра «Речь Степана Разина. Голодьбе». Партизаны. На выставке представлено около 250 произведений народного художника.